Станция потеряна. Джекс, спасибо тебе большое. Стараемся. Зона Б захвачена. В кавычках я тебе сказал. Потрогайте. Так, потрогал. Че ж я не так сделал? Я же вроде помог. Ты не помог, убил я. О, ракета, интересно, пролетела. Без рикошет, да. Это дичь. Красава вообще, Джикс красава вообще. Ой, блин, кого убили? Чувак убил одного и сверхновый убил двоих. Как всегда. А, это же, это гравитонка. Да. Что за пистолет? Ты что, серьезно с этой шляпой бегаешь? Ну, у него выбор, что ли, есть? У него пистолет! Вот этот, от завала. Их надо добить. С которым вчера пытался Галант играть. Ух ты ж, он меня убрал. Ты ведь побежал, ладно. Убитый охотник, в ламину. Джекс, у тебя сзади. Да убитый уже, все. Почему меня не засчитали? Не знаю. Ты не чувак стоит на месте. Подождите, а где не танцуют? Пойдемте потанцуем. Они все уже стреляют у нас. Ты уклонись. Они все уже плохие люди. Это они нас так отшелись, что даже пешки заходили. А мы им шансы, что ли? Ну это Джекс зверь, конечно. О, танцует, танцует! Но он не танцует, он бьет просто в космос. Я не знаю. Блин, кто убил его? Кто это? По-моему, я это, убил. По-моему, я один раз из котяки туда влетел. Я хотел потанцевать с человеком, так сказать. Водство на поле боя. Не ослаблять значит. Не, ну тот Джекс и крыс, конечно. Ну а как же? То есть пока мы тут вот тут видишь, что делаем, да, ты сидишь там в уголке. Я его жду! Ага. О, я впервые вижу это, как его вход в Левиафан, смотрите. Вот там. Где? Ну то есть как его заглатывает планеты? Заглатывает. Как миссис заглотник. Так. То есть как бы сказать, это паси Левиафан. Знаешь, он набежал новый канат, да? Вот. Все четенько. Блин. Все, да не все, да? Четенько так законтрил ульту, но сам погиб. Нормально, молодец. Сам погибай, но друзей выручай. Нифига, мы как заговорит. Интересно, а что это за планета? По истории ничего не рассказывают. Хороший вопрос, надо у Сени спросить. Только фото на память не оставишь. Ну, последняя с девяткой. Круто. Че, можем улетать? Пайп у нас ранник. Давайте. Прощай, девятка. Ну здесь же нет собак. Электрический фалос. Это что может? Что это может быть? Давайте подумаем, ребят. Электрический фалос. А теперь, короче, такая длинная труба, короче. Заставка Джеймса Бонда. Вы сейчас у подростков взбодоражите фантазию, он спать не будет. Круче, может, туалет чьём-то. Ща Макс помрет. А теперь в какой-то жопе. Я помру. Ладно, давай, спокойно. Давай, спокойно. Я просто
респект. Да, я умер. Иди там, я. А, вот здесь сейчас край. Так, две пролетели вроде бы, да?